на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС. В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия Каховская, обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом...